Доброе утро, страна. Посмотрите, что у нас за погодка. Дальше пошли туда. Это вообще какой-то трэш, это просто осень. В общем, сегодня выходной, воскресенье, у нас завтра каникулы. Ну, они со вчерашнего дня начались. И мы едем на день за город отдохнуть, на две ночи. Мы сегодня выезжаем, а во вторник приезжаем. Почему всего на две? Потому что занятия дополнительные у нас никто не отменял. Ну а сейчас мы с Дашенькой, вот так вот я ее запутала, едем на фотосессию и потом приезжаем домой, забираем всех и едем уже за город в отель дышать свежим воздухом. А еще я хотела сказать, что мой муж сейчас бегает. Он побежал в такую погоду. Я думаю, у меня уже ноги, более трубки под полом, а он дышит, что-то там бегает. Такая ворона. Ворона-москвичка. Дюш, видела? Пойдешь к вороне? Смотри, что-то украла. Что-то украла ворона. Не знаю, зачем взяли Дюшу с собой. Она так плакала, так хотела с нами поехать. В общем, не знаем, что делать. В общем, нас пропустили собак. Это немножко с другой стороны вход. И вот такой вот раскрашен лифт. Сейчас едем на 6-й этаж. Мы с Дашенькой переживали, что нам придется гулять. Даша без меня сниматься. Да, Дюш, ты что будешь? Обратите внимание, здесь есть только 1-й и 6-й этаж. Все, больше ничего нету. Не очень приятный лифт. Не переживай, Дюш. Хорошо, что Полины с нами нету. Она бы сейчас здесь закатила немножко истерику. Да, Даша? Ей бы не понравилось. Знаете, есть такая ассоциация с запахами. Я сейчас зашла, вдохнула. У меня полная ассоциация, что это, ну, как детство мое и садик. Не знаю, почему прям запах из садика. Ну что, давай иди. Куда идти? Сюда, Даша, приоткрывай дверь. Ага, пошли. Ну, я так скажу, у нас этот размер в размере есть. Все, мы уже одеты, ждем стилиста. Купим этот костюм. Тебе костюм нравится? За нежную собаку просто. Ну вот, когда внезапно собака стала моделью. Дюша? Дюша? Дюша, да. Дюшенька. Дюша. Дашунь. Ты просто красотка. Вот она от мальчиков вырывается, чувствуешь? Доченька, покажи футболочку. Давай чуть-чуть поближе к стеночке. К стеночке. Прям к стеночке, а так? Вот, зашла. Мы маме отдадим денежку, она тебе купит кончик. Да, мама сегодня сама выбирает подарок. Все, хочешь? Точно? Я тоже хочу снять. Сейчас я снимаю. Ой, какие вы классные. Все мальчики. Ну что, едем обратно. Дашка заработала на Инчалтимус. И заплатили денежку. Вот так что мы, когда мы там поедем покупать Инчалтимус, уже когда вернемся. Ну что я могу сказать? Хорошо, что я не снимала наши сборы. Какой-то трешняк. В общем, мы едем уменьшенным составом. Марк остался. У него завтра, несмотря на то, что каникулы, ему завтра надо быть в школу, они готовятся к экзаменам. В общем, ему с нами особо и не интересно. Обязательно без одного ехать. На вокзале. Что? Что, когда ты очень хотел сладкое? У нас такая.
история возле автомата произошла. Какая, расскажи. Моя мечта сбылась. Я стояла у автомата, хотела поджинать. А там потом девушка подошла, девушке забросила, киндер взяла, потом взяла зарплату и такая мне дала. И я купила за это казино. Вроде Дашка прилично одета, тебе деньги дают. Это лучшая погода для нашего путешествия. А я положила далее. Да. Ну что, чем мы занимаемся в электричке? Там чьи-то ноги танцуют. Тут в телефоне. Лер, возьми хорошо карандаш, я тебя умоляю. Даша красит губы. Папа, крем буду мазать. Папа показывает Лере, как карандаш правильно держать. Больше сопротивляется. Мы приехали в Звенигород, Арсений хочет в туалет. Сейчас увидим, где-то здесь туалет. Наше путешествие продолжается. Да. Такой радостный. Так любит на электричках ездить. Что-то из детства, да? А я не люблю на электричках ездить. Нет, я же сегодня не сказала, езди на автобусе как миллиардер. Я теперь в электричке. У тебя не очень это выходит. Все хорошо, кроме того, что нет туалета. Дети бедные уже описываются скоро. Да, только туалетов нет. Спасибо, Арсюш. Запутал? Мы приехали. Идем заселяться. Смотрите, здесь какая красота. Вот два озера. Вернее, это одно озеро, наверное, разделено. Господи, два озера. А там дальше лодочная станция даже есть. Мы сейчас идем к нашему корпусу. Она. Арсюш, застегнись. Дюшес. Ка. Так, теперь вот сюда вот по ступенькам, как я поняла. Лодочная станция закрыта. Здесь какие-то дельфинчики. И on the left. Дюша Метелкин, ты где? Короче, отчет. Отчет. Дюша приехала с нами в загородную гостиницу. Не знаю, что такое. Вот. Мы ее здесь отпустили, здесь машин нет. Но она ходит рядышком, бегает. Короче, тусуется вместе с нами. Дюша, другой стрелец. Дюша. Это фонтан, который работает не сейчас. Ой, холодно на самом деле. Дюшенция, Валерия и Сережа тоже. Так, мы дальше идем к четвертому корпусу. Паш, прямо, да? Прямо по дорожке. Но я скажу, расстояние здесь совсем не маленькие. Завязывать научись. Элла, давай, зовите ее. Бегите, бегите. Сейчас она Лерка нашла кошку. Что? Мы заселились. Заселились в гостиницу, решили взять один номер. Марк с нами не поехал. О, здесь будут спать мальчики, здесь девочки. Здравствуйте. Это не считается люкс, по-моему. Здесь такая ванна большая. Вот такая. Мяу. Мы собираемся на ужин. Мяу. Выкладываем мяу. Наши. Так, надо Дюшу покормить, кстати. И кушать. Арсюша у нас исполняет роль аппарата, который стоит и Дюше еду вовремя кидает. Знаете, у нее там запись такая. Дюша, иди кушать. Кушай, кушай, Дюша.
Мы сейчас Дюшку покормим, оставим ее и пойдем с Аней кушать. Арсюш, одевайся. Дышится здесь после центра Москвы очень легко и хорошо. Ну вот это, правда, похоже на тюрьму с этой стороны. Да ладно? Военная база, представляете? Ну, военная часть. Идем. Девчонки идут. Девчонки идут. А, вот у нас Дюша. Дюша-заменитель, да? Дюша-заменитель, Полин. Полинка, ты Дюша-заменитель? Я могу, Леша. Дюша, который Дюша-заменитель. Что? Сегодня можно запечатлеть первый снег. Первый снег сегодня 6 октября. И вот такая вот история. Шведский стол, счастье для семьи. Только, девочки, пожалуйста, это в ограниченном количестве. Такой вот. Да, давайте. Ну вот. Пробуем новый вкус. Апельсин с кетчупом. Молодец. Вот самая полезная еда, макароны с майонезом. И у меня. И у меня. И у меня с майонезом. Так, дети, загадывайте желание. Первый снег в этом году. Хочу. Нету буквы. Не надо переворачивать. Так, теперь Дашенька. Нету буквы. Не на... Особо одаренных не надо переворачивать. Играем в новую игру. Дальше. Нету буквы. О, молодец. Нет. Даш, Пол... Е есть? Да. Ну, Полина, забирай. Есть. Есть, еще молодец. Следующий открывай. Нет. Нет, переворачивай обратно, Полина. Нет. Видео для Кати. Как Даша у нас, отдыхает. Будущая балерина, ест без этого. Герочка у меня готовится к взрослой жизни. Сказала, мам, налей мне шампанское. Это минералка. Это не лимонад. Да, это лимонад у нее. Вот, посмотрите, шампанское у мамы белее, чем мое минералка. Ну да, чтобы не было вопросов, вот мое шампанское. А это Лерочка лимонад. Полина, у нас пьет минеральную воду. Полиночка, почему ты пьешь минеральную воду, дочь? Я пособью это плакачками. Потому что она вчера накосячила? Нет! Не раз... обида. А Дарья у нас пьет лимонад из такой чашки. Нет, я потому пью что... шампанское детское. А, детское шампанское пьет. А Паша просто ест. Блин, а можно Полину стул забрать? А там больше нет стульчика, что ли? Нет. А посиди, ты Полина, все. Ну, ты можешь папу согнать. Папа, встань. Чтобы он побегал по квартире, а то она ест вот такое вот. Даша выиграла безе. Да, что, Кате не говорим? Кать, мы тебе не говорим. Сидели с Дюшенькой погулять. Помыли ножки. Лерочка постелила постель. Детей никак не угомонит. Начало 11. Доченька, давай спать. Мам, я рисую. Сыночка, давай спать. Доченька, нам бы 3. Давай спать. Нет. Нет. Это была шутка. Это была шуточка. Давайте спать. Нет, мам. Давайте завтра рано встаем. На пробежку. Нет, я не пойду на пробежку. Давай, давай. Мам. Пап, скажи детям спать. Спать. Где твой любимый папочка? Вот он. Как ты папочку-то своего любишь? Ой, какая ты тяжелая. Вот мы с тобой вместе, папа засыпает.